В Ульяновске прошла отчетная конференция регионального отделения Союза женщин России. В рамках встречи губернатор Сергей Морозов подписал стратегию действий Ульяновской области в интересах женщин. Документ позволит расширить границы возможностей представительниц прекрасного пола. Женщины и девушки смогут самостоятельно вести общественную, социальную и политическую деятельность, строить и развивать свой бизнес и участвовать в решении важных региональных задач. Я благодарю все женсоветы, которые приняли участие в разработке и обсуждении региональной стратегии. Друзья, вы все проделали по-настоящему просто гигантскую, глобальную работу, изучили положение женщин в регионе, выявили основные проблемы, требующие внимания и власти, и общества. Сергей Иванович наградил и поблагодарил наиболее активных представительниц некоммерческих организаций, которые реализуют важные для региона проекты. Например, организация «Социальное благополучие» представляет интересы молодежи с ментальными особенностями, то есть нарушением умственного и психического развития. Начали с малого, то есть их просто вывели сначала из дома, познакомили, привили у них привычку быть на людях. А сейчас как бы уже ищем у них какие-то там, ну, они тоже талантами обладают, у них тоже есть какие-то там таланты. Мы развиваем эти таланты, предлагаем им свои программы, и мы их успешно реализовываем. Само мероприятие проходило на базе Ульяновской областной детской клинической больницы, рядом с которой заканчивается строительство перинатального центра. Учреждение в скором времени начнет свою работу и сможет принять до 3500 женщин в год с различными патологиями. В масштабности проекта женщины смогли убедиться лично, побывав на экскурсии, и, судя по отзывам, были впечатлены увиденным. Это учреждение поражает грандиозными масштабами строительства и наличием современного медицинского оборудования. И ведь для нас, женщин, очень важно получение квалифицированной медицинской помощи. Сейчас в регионе разработана целая система по поддержке материнства и детства, а новый объект будет способствовать повышению рождаемости и снижению материнской и младенческой смертности в Ульяновской области. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.